Всем привет, друзья, с вами Реальный Басист. Учимся играть слэпом за 5 минут. Рассмотрим три базовых движения. Первое движение — это удар по струне. Надо научиться попадать по каждой струне и извлекать тот самый знаменитый слэповый звук. Палец у вас должен быть параллелен струне, бьем возле пятки грифа, вращаем кисть, чтобы удар был хлесткий, и попадаем по всем струнам. Прям тренируемся, одиночные удары. Второе движение — это подцеп. Делается он указательным пальцем, мы цепляем струну, вот так вот оттягиваем ее, и должен получиться очень такой мощный подцеп. Хлесткий. Цеплять можно каждую струну, и подцеп должен быть очень такой звонкий и щелкающий. И третье движение — это удар левой рукой по струне. Всей ладонью бьем по всем струнам. Причем ударять надо так, чтобы не было звука какой-то конкретной ноты. Вот типа того, этого не должно быть. Должно быть просто такой вот шлепок, мертвая нота. Ну и когда вы отработаете каждый из этих трех элементов, следующий этап — сочетание. Давайте попробуем комбинацию одиночных ударов большим пальцем и шлепка ладонью. Сначала у нас удар, и потом шлепок. Можно играть два удара и шлепок. В принципе, этого достаточно для того, чтобы играть вот такие вот рифы. Этот риф принадлежит знаменитому Марку Кингу, вокалисту и басисту группы Level 42. Следующий этап — сочетание всех трех элементов. Берем подцеп, удар по струне ладонью левой руки и удар одиночный большого пальца. Таким образом, можно играть достаточно быстрые триоли и все это дело внедрять в наши рифы как шестнадцатыми, так и триолями. Выглядит это примерно так. Ну и, собственно, этих трех элементов одиночного удара большим пальцем, подцепа и шлепка ладонью достаточно для того, чтобы создавать весьма сложные различные грувы. Можно экспериментировать, можно сочетать их абсолютно в разных комбинациях и придумывать что-то интересное. Отрабатывайте каждый из этих элементов по отдельности, потом в сочетании. И не стесняйтесь, придумывайте различные интересные рифы. Здесь ошибки быть не может, всегда наткнетесь на что-то интересное. На этом все. Подпишитесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений. И до скорых встреч. Увидимся. А шорс надо снять слэп за минуту. Дугарно, кстати. Самая главная практика — хуё-моё. Так и так и скажем. А хуё-моё — это, знаешь, это название чего-то существительного. Да, то есть чего-то как-то существенного. Добавляю мужу это в еду вечером, и он играет в слэп. Он слэпует часами. Часами.